По штрих-кодам переходов побегут пешеходы сквозь трещины в шторах. 24-летняя певица Эмма Блинкова, или просто Эмма М, ворвалась в телеэфиры с хитом «Штрих-коды» полтора года назад. Путь к музыке у девушки начался еще в родном Южно-Сахалинске с музыкальной школы. Правда, игра на фортепиано в итоге обернулась разочарованием. И мне всегда казалось, что это все очень нудно и скучно, мне хотелось играть рок-н-ролл. В погоне за мечтой состоялся и переезд из Южно-Сахалинска в суровую Москву, что для бойкой девчонки не оказалось большой проблемой. Очень хорошо приняли и с уважением. Я очень этому рада. Приметившаяся феном яркая певица не имеет стилистов и одевается, как ей самой хочется. Если мне хочется сделать короткую стрижку, я ее делаю. Если мне хочется носить такие длинные рубашки, я их ношу. На дебютном альбоме Эмма М останавливаться не намерена и настроена покорять шоу-бизнес и дальше, хотя и слово это не любит. Я вне этого понятия, вне этого словосочетания. Есть шоу, а есть бизнес, а вот я где-то между.